Ловкие акробаты и грациозные гимнастки. Изящные синхронистки, ну и, конечно, животные, которые так и напрашиваются банальное сравнение, как рыба в воде. А еще яркие спецэффекты в виде электрических огней и настоящего пламени. Все это «Цирк на воде. Шевченко шоу», который уже не первый день радует жителей и гостей Твери. Самое удивительное то, что многие люди думают, будто цирков на воде так же много, как и классических, со слонами, жонглерами, обезьянами. На самом деле все наоборот. Более того, под конец советской эпохи они вообще исчезли. Возрождение произошло в 98 году, когда Андрей Шевченко со своей женой Яной решил заняться постановкой этих неповторимых шоу на воде. А она предоставляет невероятные возможности, при этом ставя перед разработчиками программы и непростые задачи. Конечно же, цирк на воде – это очень много возможностей. Но есть и подводные камни. Все жанры, связанные с акробатикой, с гимнастикой, не предполагают попадания воды на снаряды, на самих артистов. Мы уже достаточно давно с этим работаем. Вот, мы научились пускать эти все водные эффекты ровно в том месте, где это и безопасно, и необходимо, и красиво в том числе. Вот, если идет дождь, то он не попадает физически на артистов. Он визуально попадает, а физически не попадает. То есть артисты работают внутри дождя, но при этом не намокают. Это все эффекты, которые мы годами пробовали, разрабатывали, не получалось что-то, что-то выбрасывали, что-то меняли. Вот и сейчас у нас в этом плане картинка идеальная. Конечно, за это время программа менялась, становилась все более сложной. Андрей Шевченко рассказывает, что он со своими соратниками, в первую очередь, конечно же, с супругой, постоянно совершенствует номера, подолгу обдумывая каждый, выбирая те, что уже устарели, добавляя новые с использованием современных технологий. Таким образом, цирк на воде Шевченко Шоу постепенно становился все более популярным, заработав собственное имя. География выступлений – это не только Россия, что тоже немало, учитывая размеры нашей страны. Эту труппу с удовольствием принимали на Украине, в Белоруссии, республиках Прибалтики и даже в дальнем зарубежье. В Испании, Франции, Израиле, Эмиратах и даже в Китае. Везде знают, действительно аналогичного шоу никто не делает. Первый, вот, и, конечно, в своем плане он единственный. То есть таких масштабов программ, конечно же, не существует на постсоветском пространстве и Европе. Вот, мы движемся вперед, есть у нас последователи, вот, и это очень хорошо. Мы всегда за здоровую конкуренцию, и это нам помогает и подстегивает нас идти дальше, не останавливаться на достигнутом. И на сегодняшний день мы продолжаем разрабатывать новые номера, вносить новые современные технологии в программу и стараться как можно больше зрителей удивлять. Удивлять, радовать, чтобы зрители выходили после наших спектаклей с гордостью. С гордостью, что в России есть и такие цирковые шоу на всю жизнь. Они всегда будут вспоминать, что мы, когда первый раз пошли в цирк, мы видели необычайное шоу «Цирк на воде». В Тверь Андрей Шевченко со своим шоу приезжал уже 5 раз. Нынешний визит – 6-й. При этом Верхневолжью невероятно повезло. У нас самая настоящая премьера. Теперь мы привезли абсолютно новую программу. Те, кто за нами следят и смотрят за нашим творчеством, мы привезли полностью новые костюмы, новые постановки, новые номера, новую декорацию, новый обновленный фонтанный комплекс. Вот, естественно, конечно, авторская музыка, написанная под все наши новые номера, также абсолютно новая. Вот, поэтому тверскому зрителю будет чему удивляться и сравнить с 4-летней давностью, кто помнит. Кстати, именно в Твери 4 года назад закончился цикл жизни предыдущей версии шоу, после чего началось обновление. Хотя, конечно, основные моменты остались. Это люди, животные, бассейн и специальное оборудование. Например, тот же фонтан. Для того, чтобы понять, как именно устроено это яркое шоу, мы осторожно заглянем за кулисы. Один из первых мифов, которые развеяли артисты, это то, что раз цирк водный, то все в нем, от костюма до макияжа, специальное, абсолютно не боящееся влаги. В чем-то это так, а в чем-то и нет. Например, тот же грим. Ничего специфического нету, обыкновенный театральный грим. Пробовали пару раз наносить аквагрим, но смысла нету.
потом тяжелее просто смывается, убирается. А так, ну я же говорю, обыкновенный театральный грим, мы пользуемся им. Иллюзионист Владимир Фурсов, может, и рад был бы, если бы вода смывала пыль с его реквизита, но нет. Толку в данном случае от того, что цирк водный, никакого. Вот и приходится перед каждым представлением тщательно полировать реквизит. Перед тем, как мы сюда приходим, здесь униформа убирает, и пыль поднимается, садится на аппараты. То есть в манеже это все видно будет, вся эта пыль. Поэтому подготовка всегда перед представлением идет. С костюмами посложнее. Тут есть и то, что очень похоже на купальники, а есть и настоящие театральные костюмы. Своей роскошью напоминающие одежды то ли королев, то ли персидских шахов. Причем их сотни. Только у пловчих около 40 костюмов. Конечно, каждый соответствует своему номеру. У нас цирк на воде. Значит, мы по теме. Мы как будто бы мы рыбки. Шапки сделаны. Хвостики. Вот такие вот хвостики. Даже шапочки, которые используют пловчихи, тут нестандартные. Если вот, допустим, в спорте вот такая вот шапочка, обычная, резиновая, то поверх этой шапочки у нас одеваются еще вот такие вот другие шапки, которые тематически под музыку, под цвет подходят. Ну а с такими роскошными костюмами хлопот немало. Красота требует жертв. И если хочешь великолепно выглядеть даже в бассейне, ну или стоя рядом с ним, за таким царским реквизитом надо тщательно ухаживать. И дело не ограничивается только просушкой после представления, для чего используются тепловые пушки. Так как это все связано с водой, конечно, часто приходится обновлять, но мы стараемся их постоянно держать в хорошем состоянии, постоянно их поддерживаем, также и костюмеры нам помогают. Что-то мы делаем, где-то что-то оторвалось, мы, естественно, сами берем ниточку, иголочку и ремонтируем себе. Если есть возможность, то обновляют костюмы, потому что это бифлекс, и он в этой воде, есть у него свойство, что он лезет, эта ткань. Ну и плюс еще сейчас вот такие технологии, камни, которые не выгорают, не смываются. И специально подбирают такую ткань, чтобы она не так сильно снашивалась. А вот костюм самого маэстро Шевченко похож на байкерский. Так оно и есть. Никаких специальных водоустойчивых материалов. Только чистая кожа. Получилось так, что этот костюм мы по воле судьбы пошили в Краснодаре, в ателье, где шьют одежду для настоящих байкеров. Ну, поскольку я сам байкер, вот, и поэтому найти было мастера несложно. Вот, и сложно было придумать дизайн и все это подогнать под цирковой костюм. Вот, я считаю, что у нас получилось. Конечно же, костюм требует очень серьезного ухода с силиконом для обработки, для восстановления кожи, потому что работаю я в основном с водой, с морскими львами. Поэтому такая вот обработка для костюма просто необходима. Если не обработать, он просто высохнет, это же натуральная кожа. Вот он высохнет, полопается, потеряет свой эстетический вид. Вот, это, ну, это сейчас он немножко пропитается, потом он протирается, и уже к представлению будет блестеть, как новенький. Сценические костюмы у клоунов тоже из самых обычных материалов. Они, конечно, легче, чем кожаная броня Андрея Шевченко. Однако и в воду клоунам окунаться приходится постоянно. Вот могу точно сказать, что действительно костюм клоуна – это не какой-то специальный костюм, с какой-то специальной непромокаемой, допустим, ткани, как кто-то может подумать, что это, дескать, вообще купальник. Нет, это самый настоящий костюм, причем, знаете, ткань такая местами довольно плотная, толстая. Наверное, действительно, в такой жаре и влажности это подвиг, чтобы не просто выступать, а именно играть. И вот здесь один важнейший момент. Артисты цирка именно играют. Так что им приходится с улыбкой на лице переносить, как говорят в армии, все тяготы и лишения. В данном случае цирковой службы. Ведь для понимания, температура воды в бассейне больше 30 градусов, а значит рядом с ним и довольно тепло и влажно. А вокруг никаких кондиционеров и раскрытых окон. У нас как бы все закрывается в основном, то есть когда работают с огнем, чтобы не было сквозняков. И также артистки, которые плавают в воде, синхронницы, девчонки, тоже сквозняки, чтобы не болели, все как бы закрывается. Да, тяжеловато, когда жарко, тяжеловато, то есть все течет. Ну, а что делать? И надо не просто играть, а улыбаться. Ведь цирк – это праздник. Глядя на то, как эквилибристка Анастасия Мизернюк делает это, исполняя свой номер на тростях, удивляешься. Какая улыбка! Тут бы зубы стиснуть от физической нагрузки и усердия. Но для циркового артиста здесь ничего сложного. Правда, дается это годами тренировок. Улыбаться.
Так говорили, да, иногда ругались даже из-за того, что, ну, мы где-то были зажаты с детства. Изначально, конечно, было сложно, сейчас у нас это уже вошло в привычку. Наоборот, это колоссальный опыт, отдача зрителю, и от этого и самой радостно, что ты даешь зрителям эту радость. О том, что каждый номер в частности, равно как и вся программа в целом, это месяцы и месяцы напряженных занятий, рассказывают все артисты. Нужна тяжелая работа, чтобы затем впечатлить зрителей изящными прыжками, сальто, кульбитами. Сначала мы занимаемся хореографией, у нас час класса, потом мы переходим на сцену и чистим номера, доводим их до идеала. Но на самом деле, конечно же, птичку научить прилетать на реквизит среди фонтанов над водой не так просто. Это нужно много репетиций, многократное повторение одного и того же, потому что словами птички не объяснишь, это только действиями. И также все это нужно среди фонтанов, на плоту, то есть задействована не я одна, а много еще ассистентов, которые мне помогают. Причем не имеет значения, идет ли только отработка новой программы, либо уже в самом разгаре гастроли. Все равно в каждом городе выходу на манеж предшествуют постоянные занятия. Эта работа в принципе сложная. Работать живьем, работать 5-6 раз в неделю. Вот это как у спортсменов соревнования, но они у них там раз в месяц, раз в 3, в полгода. Вот, а у нас таких соревнований по 5-6 в неделю. Вот, и всегда мы работаем как в последний раз. Вот, и, конечно же, цирк на воде достаточно сложная такая конструкция. Вот, очень много воздушных аппаратов, очень сложный бассейн. Ну, и все это связано, конечно же, с подогревом очисткой воды, потому что все должно быть идеально. Вода должна быть прозрачна, должна быть безопасна, подогрета. Вот, и устраивать всех животных, людей и зрителей в том числе. Важным моментом в успешности гастролей является, конечно же, правильно подобранная труппа. Андрей Шевченко лично отбирает каждого артиста. Некоторые, как Анастасия Мизернюк, попадают сюда буквально сразу после школы. Я пришла в цирковую студию с 7 лет, занималась полностью 11 лет, вот до окончания школы. Затем сразу попала в Шевченко-шоу, уже вышла на профессиональный уровень. Но в целом Андрей Шевченко, который сам в прошлом профессионально занимался спортивной гимнастикой, в значительной степени делает ставку на спортсменов. У нас программа, в принципе, построена на бывших спортсменах. Это мастера спорта международного класса, синхронное плавание, спортивная, художественная гимнастика, акробатика. Если это профессиональные спортсмены, то из них очень несложно сделать профессиональных артистов. То есть люди уже, которые подготовлены с детства, великолепны. Вот, и их можно спокойно переодевать, учить и делать правильные комплименты, ставить им художественную постановку и выпускать в манеж. И это уже будут и профессиональные артисты. Синхронистки действительно являются одной из фишек Шевченко-шоу. Многие из этих девушек в недавнем прошлом выступали за сборную Украины. А то, что школа по этому виду спорта сильна не только в России, но и в других республиках бывшего СССР – известный факт. Неудивительно, что номер в исполнении синхронисток – один из гвоздей программы. Бывшие спортсмены здесь даже клоуны, как, например, Юрий Булах. Он рассказывает нам, что, во-первых, навыки акробата ему сильно помогают и сейчас, а во-вторых, клоун – это не совсем правильно говорить. Клоун должен уметь, как бы, в принципе, все. Вот поэтому мы там и жонглировали, и прыгали, и, в общем, делали все. И вот партнеры увидели во мне, как бы, какой-то задаток. Коверного, как профессионально называют, клоуна. Не клоуна, а коверный. А вот коллега Юрия по амплуа, Равшан Халикназаров, больше напоминает именно классического клоуна. Эдакого доброго дядьку, которого со всех сторон готовы облепить дети. Много работаю с детьми, под них подстраиваюсь я, а не они. Угу. И как бы получается смешно, и они как бы мне доверяют и со мной работают. Как вам реакция сегодня? Хорошая, хорошая, шикарная. Масса удовольствия от вашего зрителя. Мы заряжаемся как бы, и работаем. Кстати, дети – это еще одна особенность цирков.
Имеется в виду не те, что приходят сюда со своими родителями, бабушками, дедушками. Речь о тех, кто приезжает сюда со своими родителями, артистами цирка. Такова судьба у всех, у кого мама, например, гимнастка. Как Екатерина Каманина, которая воспитывает 7-летнего сына и 3-летнюю дочь. Артистка говорит, что цирковые дети заметно отличаются от своих сверстников. Они очень наблюдательные, любопытные. Им нравится смотреть на нас, повторяют из зала, как и все дети. Пытаются сесть на шпагат сами добровольно. То есть у них сам интерес цирка, потому что они все видят своими глазами, то, что родители это все делают. Животные. Это тоже важнейшая часть цирка на воде. Один только номер с тигровыми питонами чего стоит. Эти грациозные пресмыкающиеся, которые обладают мускулистым телом, в воде становятся еще более сильными. И задача дрессировщика – удержать их в повиновении. Но главная гордость Андрея Шевченко – это морской лев Боб. Дрессировщик убежден, что по своему интеллекту эти животные ни в чем не уступают дельфинам, а то и превосходят их. Морской лев – это человек. Вот, и относясь к нему как к собственному ребенку, на протяжении 19 лет удалось просто превратить его в реального человека, который понимает команды, понимает жесты, понимает взгляд, ловит настроение. И, конечно же, очень чувствует, когда зал пустой. Вот, очень сильно отличает репетицию от работы, потому что все-таки настолько он много уже отработал, настолько много он уже повидал и умеет. Для него, конечно, зрители уже служат, по сути, командами. То есть зритель аплодирует, значит, он закончил свой трюк. Значит, он его сделал, он может продолжать дальше. Вот, и здесь самое главное не вмешиваться, не мешать ему. Вот, и вовремя все подсказывать. И мы очень хорошо друг друга понимаем. Перед началом очередного представления мы навестили Боба, чтобы посмотреть, в каких условиях он готовится к выходу на манеж, а точнее в бассейн. А вот это фильтрационная установка. Да-да, вода для зверей должна быть обязательно чистая. Это никакая не водопроводная вода, которую тут же наливают в бассейн. Опять-таки Боб привык к чистоте и комфорту. Ну, как вы только что видели, зубы у Боба довольно приличные. И этим объясняются в том числе и решетки. Это элементарные меры предосторожности, поскольку Боб, он хоть и морской, но все-таки лев. Кстати, у Боба теперь есть и напарница. Мы с ним работаем уже 19 лет. Вот, и я периодически даю ему отдохнуть. И вводим мы молодое поколение. Сегодня была премьера у морской львицы Карелии. Морская львица во втором поколении, династийная, родившаяся у нас. Что касается бассейна, в котором работает Боб, а также вся труппа Шевченко-шоу, то в него перед представлением надо налить 200 тонн воды. Всем этим, как и прочими монтажными работами, занимается технический персонал. Он не менее профессионален, чем артисты. Иначе не получится тех ярких представлений, что имеет возможность наблюдать тверские зрители. Тем более, что цирк работает в прежнем режиме. У нас все подготовлено для максимальной защиты зрителей, которые к нам приходят. У нас установлены рециркуляторы, стоят санитайзеры. Вот все есть персонал, все сотрудники ходят в масках. У нас открыт прививочный центр. Вот, и приходить в цирк очень безопасно. Так что у тверичан и гостей города по-прежнему есть отличная возможность увидеть лучшее цирковое шоу на воде. Мы работаем именно так, чтобы люди получили максимум удовольствия, эмоций и яркие впечатления на долгие годы. Особенно те дети, которые придут впервые в цирк. Вот таких наверняка будет много. И я уверен, что эта программа у них запомнится ярким пятном на всю жизнь. Они всегда будут вспоминать, что мы, когда первый раз пошли в цирк, мы видели необычайное шоу «Цирк на воде». Все здорово, супер, очень интересно. Мне очень понравилось. Да, спасибо. Понравилось? Да. Все просто очень здорово, поэтому даже вот какой-то отдельный номер невозможно выделить. Очень все замечательно. Спасибо. Шикарное освещение, такое шоу. Взрослые люди получают удовольствие не меньше, чем дети. Просто прекрасно. Очень понравилось, зрелищно, красиво, феерично. Очень понравилось, все как-то, не знаю, все как-то волшебно, красиво. Мы в восторге.